Лингвисты пророчат, что в скором времени мы перестанем склонять числительные совсем. Уж слишком часто путаются даже образованные люди. К тому же числительные можно записать цифрами. Но время от времени их нужно произносить вслух, причем в разных падежах. Как правильно, 300 или 300, с 90 или с 90-ми? Разберем самые популярные ошибки в употреблении числительных. Мне не хватает 200 рублей. Проблемными считаются числительные 200, 300, 400, а также последующие сотни, оканчивающиеся на сот. Числительное 200 не только забывают склонять, но и зачастую делают это некорректно. У меня нет 200 рублей или у меня нет 200 рублей. Родительный падеж от слова 200 только один – 200. Соответственно, будет 300, 400, 500 и так далее. 300 детишкам сделали подарки. Часто ошибаются на хитрой букве «Х», которая то появляется в сложных количественных числительных – 300 – родительный падеж, 300 – предложный падеж, то исчезает – 300 – дательный падеж, 300 – творительный падеж. Запоминаем и больше не сомневаемся. Школьники выиграли 18 конкурсов. В сложных числительных от 15 до 19 мягкий знак в середине не пишется – никогда. А вот в числительных на 10 – от 50 до 80 и на сот – от 500 до 900 – наоборот, в середине ставим мягкий знак. Будет не 50, а 50. Он остался с 90 рублями. Важно запомнить, что у числительных 40, 90 и 100 существует только две формы. Так в именителем и винителем падежах будет 40, 90 и 100, а во всех остальных – 40, 90 и 100. Поэтому никаких 90-ми, 40-х и тому подобное. Ролик собрал более 15,5 миллиона просмотров. Здесь все достаточно просто. В дробных числительных дробь управляет существительным. Ставим его в родительном падеже единственного числа, так что будет 15,5 миллиона. На урок пришли две ученицы. По правилам, когда дело касается представительниц женского пола, употребляем количественные числительные. Две ученицы, три сестры. Собирательные числительные, двое, трое, четверо, могут сочетаться с существительными мужского рода и общего рода, называющими лиц – друзья, сироты, ребята. И с существительными только множественного числа – сани, ножницы, сутки. Например, трое студентов, двое юношей, четверо ребят. При этом, если сказать два студента или четыре брата, это не будет считаться ошибкой. А вот трое сестер или двое девушек – уже недопустимый вариант. В полутора километрах. Запомните, что числительное «полтора» употребляется лишь в трех формах – «полтора», «полторы» и «полутора». Никаких «полуторах» или «полторах» не существует. Но на этом правило не закончилось. У числительного «полтора» сразу две формы именительного падежа. В мужском и среднем роде «полтора», а в женском – «полторы». Например, «полтора литра молока» – «полторы недели». Он отметил 25-летие. Кажется, что написать существительное с числительным в формате цифр гораздо проще, чем одним словом. Но и здесь есть свои нюансы. Следующее правило звучит так. При записи сложных существительных или прилагательных, в составе которых есть числительные, буквенные наращения не нужны. Поэтому правильно только так. 25-летие в одно слово или в формате цифр через дефис. Энциклопедия в 7 томах. При письме буквенные наращения бывают только в окончании порядковых числительных – 1, 2, 10. При сочетании с количественными числительными, которые означают счет – 1, 2, 3, так делать нельзя.